позволяет улучшить концентрацию внимания, активизировать процесс, конечно, в первую очередь, планеты, метаболизма в теле, плюс активизировать нашу логическую часть сознания, которая направлена на мышление. А вдох у нас будет через правую на 8 по счету. Задержка после вдоха, подбородок, вся нижняя вода подтягивается. Выдох через левую на 8 счетов. После выдоха задержка на 4. Делается до выдоха, вдох. Вдох не низу живота, не верхом подмога, не середине, а по солнечному сплетению вниз вперед, ребрами в стороны и ниже живота все будет подняться. Пробуем. Пальцы приготовили перед собой. Выдох через левую на вдох. Левую замкнули, концентрируясь в глубине грудины за солнечным сплетением. Вдох через правую. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Снизу поджали живот, подтянули грудину, подняли подбородок в горло, глаза между головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох через левую на восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим, подтянули живот. И раз, и два, и три, и четыре. До выдоха вдох через левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подтянули подбородок, глаза между головой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и 7, и 8. Выдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим, подтянули живот. И раз, и два, и три, и четыре. До выдох, вдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох через левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подтянули живот, не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. До выдоха через левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим, подтянули живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. До выдоха, вдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох через левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давай дальше сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. До выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. До выдоха. Меняйте ручку. Руку вынести назад.
Самый сердекальный цикл 8 почетов про себя. Костяшки идут быстрее считают. На себе пройдет медленно считают. Но это вот зрение. Задержки после выдоха начинают с отсчета до 4. Если это легко, тогда берется число 6. Если это легко, то берется число 8. Но в идеале это 11 на выдохе, 8 на вдохе и после вдоха 11. Сейчас мы сделаем с вами такой средний темп еще раз. Руку приготовили, сделали выдох через раз. Левую ноздрю замкнули, начинаем выдыхать через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Снизу сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, выдох очень сделал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, выдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, выдохнули, втянули живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, выдох через обе вдох, продолжайте большие пальцы. Глаза. Глаза приоткрыты. Если в теле чувствуется слабость и вялость, то задержка на выдохе на правую сторону делается больше. Ну, допустим, налево 4, направо 6. Либо налево 6, направо 8. Либо налево 8, направо 11. Когда тело будет чувствовать подъем и силу, осознание чувствует интересно будет задачи. Но мы сейчас следующий. Объем легких снимается за 5 пяток. И мы будем на одну пятку вдохнули, чуть приспустили дыхание. 2 пятки чуть приспустили. 3 пятки чуть приспустили. 4 пятки чуть приспустили. Полностью вдохнули, ниже лопатки вдохнули, упало до горла, глаза вверх. Еще до 11. И точно так же будем рационно выдыхать. Мягкий выдох, чуть-чуть вдох, только верхушку вверх. После того, как мы полностью выдохнем, втянули живот, не будем дышать, то же еще. Окей. Руки чуть пожестче, чтобы на них до конца. Выдох. Да, выдох. Одна пятая вдох. Небольшой. Две пятки. Микровы. Три пятки. Микровы. Четыре. Микровы. Полностью. Ниже живота, грудина, подбородок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Правильно, ладно, вперед. Одна пятая, микрофон. Две пятки, микрофон. Три пятки, микрофон. Четыре пятки, микрофон. Полностью выдох, подтянули живот, не лишь. И раз. И два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Да, выдох. Одна пятка вдох. Микровыдох. Две пятки. Три. Четыре. Полностью. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, и одиннадцать. Выдох, одна пятка. Раз.
и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и 11, 1 пятая, чуть дальше, 2 пятая, чуть дальше, 3 пятая, чуть дальше, 4 пятая, чуть дальше, полностью. И 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, последний раз. 1 пятая, и спустя. 2 пятая, 3 пятая, 4 пятая, полностью. Либо прилив крови кожи лица.
Ладно, ты не почувствуешь без проблем. И сейчас мы пытаемся мысленно схожие ощущения либо с весом волос, либо с весом головы воссоздать на выдохе под ладошками. Словно что-то похожее на голос идет из рук. На выдохе мы чувствуем себя от копчика и креста по позвоночнику до головы на выдохе. От корней волос до кончиков, от каждой клеточки кожи кожи на ладошках и подушечных частях, чтобы не изменить. У кого богатое воображение, то белые шипящие похрустывающие волны, разряды волны из подкрестов сквозь толщу земли до ядра земли, до мара. Либо просто вдох, чувствуем тело до головы, выдох от головы вниз, от центра ладошек вниз, от подушек вниз. Проблемы с утречением, либо с повышенным давлением, просто продолжайте его подвигать. Если вы сейчас у нас будете выдох, задержка на выдох и массаж, то правой левой рукой от лобковой кости до пупка, пытаясь почувствовать под пальцем позвоночник спины. Начинаем с выдоха, вдоха и выдоха через вдох. И массаж, ну просто писать. Yeah.
большие пальцы ног. Давно. Простите.
право лоб признется в себе, не кисть, вот так вот, боль 90 градусов в печени. Левый будет помогать, дальше левый в голову, будет вот такая вот. Потом руки к плечу, мы посмотрим, вот тут, посмотрим, как проплыть над головой. Плечо. Право. Левую. Круг перед собой. Правая поднимет левую, перейдет, пойдет выше. В этом положении потом будет правая ближе левая дальше. Вот такие фазы. Левая ближе, правая дальше. И так несколько. Ну что, давайте попробуем. Вот у нас левая захватила, правая лоб прижался, левую вводит вперед. Выведем. Посмотрели правую перед собой. Сильнее левого катать. Ладушки вместе, правую. Голова налево, руки направо. Голова посередине, руки на голову. Руки слева, взгляд направо. Перевод правую, левую катать. Право медленно переводит влево. К левому бедру промежность. Раз. Подняли. Перевели. Слева завершили. Посмотрите еще раз. Я смотрю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Правильно смотрю. Левая крыша, правая сила, правая к силе руки. Посмотрите. Внимание за мной, пятую данную нужно повторить. Противофазе повторить. Голова налево, руки направо. Руки вот влево, плеча вправо. Бок. Переложи. Чуть приседаю. Раз. Подняли с правой стороны. Переместили налево. С левой стороны. Завершили ниже. Право ближе, левая дальше. Руки поднимаем, пол. Левая ближе, правая сверху. Поднимаем. Вдох. Правая ближе, левая дальше. Не быстро меняю руки по ходу движения. Представьте, что вы правую, смотрите, слева.